Мы втроем бить не будем, блять, поэтому отойдите туда нахуй. Втроем. И пошлите курить двое. 5 минут. Сейчас после того, как ребята сделают себе куски, засумоним всех и будем бить. А кому ты отдал токены? Паладин на черный. Еще раз. Кому ты отдал токен на паладина, чернокнижника, еще там куда-то? Такого токена не было. В смысле, не было, я видел. Такой... Был. Был. А ну, покажите мне, блядь. Был паладин, лес, чернокнижник. Такой. У меня есть разбойник. А я не вижу. А кому я его отдал? Я отдавал кому-то? Никому ты его не отдал, я у тебя не. Ну, его там нету в сундуке, блядь. В смысле, нет, он был, блядь. Кирилл, подскажи о спину, которую ролили. Слышишь, отдай, блядь. Да подождите, блядь, со спиной, ебать, я что, разорваться могу, или что, токен куда нахуй делся, блядь? Он лежит, дай мне ответственного, я его... Женек получил добычу, показывает у меня. Паладин, жреч... А, есть токен, все, он в сумке лежит. Проебался, блядь. Я не могу нахуй разорваться, блядь. Кирилл, блядь, пиздец нахуй, блядь. Кирилл. Сколько кусков, Максим? Это второй будет. Венесса, сколько кусков? Агани, сколько кусков? Асмодей, у тебя один? Один. А Миша и литературе, сколько кусков? Ну, если на ШП, то один. Миша, ноль. Да, С2 будет. Я Асмодею отдаю. Келенин еще. Кому там два куска должны? Что там за плащ, кто спрашивал? Малыш Бестыж. Что? Ну, который ролили, я так понял. Ну, он у ДК. А? Он у ДК. А, все, понял. Этот. Никита, поставь шкаф, сделай себе кусок, и мы тебя присумоним обратно. Никита поставит шкаф через 2 минуты только. Хорошо. А что ты хочешь, Слав, этот, Антон? 10 ко всему тебе въебать. Сейчас зайду. Я покурить. Курите 5 минут. Ну все, ништяк. Сейчас РШам будет делать ветер, нахуй ебать, пиздец. А первый кусок когда можно будет получить? Ну, если у людей 4-й, либо 2-й. Если у кого-то, блядь, грубо говоря, есть, ну, 0-0-0-0-0, то там уже по приору будут забирать. А если так вот, как вот у людей, типа, 4-й, ну, блядь. Понял. В основном все куски, что мы налутали, это люди полутали, ну, первые, скажем так. И вторые, там, третьи, блядь, мы в десятках навыбивали много кусков. У нас есть статики, которые сегодня ходили в десятку. Егор, на тебе ассист есть. Включи, дай мне патина лока. Егор, ты тут? У кого в рейде ассист есть? Дайте мне, блядь, пати. Ну... Ты не дал никому ассист. Телдрин сейчас по этот... Лидер. Телдрин, ты тут?
Блять, у меня доступа на локи не тут забрать с ГБ, блять. Секунду, сейчас оформим. Сейчас. Ага. За... ты РЛ, а я не этот, я не на шамане. Жди 20 секунд тогда. Давай я сам уже перезайду на вар, он у меня в Долоране стоит, я сейчас дам. Ну, смотри сам. Вон, Эфарина спрашивает, что хотите. Может быть, ей он тебе оформит. Я сейчас все сделаю. Грудь уже 217 размера, блин. Я ему говорю, по какому моменту, пока он решит разбанивать своего, блядь, рыла, грудь уже будет на голову выше одет. Погоди, я сейчас камушки вставлю быстренько. Да, суть. Главное, лока при самой, это шкаф кончится. Так, давай. Куда вас смыть, я не могу еще, мне надо еще сделать тут кучу. Женек, давай. Мне интересно, а зачем Лука сумолят в льду? Нормально, сходишь, посмотришь, что там происходит. Понял. Да, сейчас идем на Ториму. Все, все зачарили или кому-то еще что-то надо? Груди, у тебя все там есть? А что Элдрин камни делает мне? Секунду. Я говорю, чарки есть? Вообще нету чарок. Короче, я пошел на руку. Ну, смотрите, Сережа, пока я заметил, что я руки не продырявил. Так, сумоньте всех, выходим с АФК, раздупляемся. Мишаня, а тебе какие куски нужны на холипалы? Ты говорил, тебе два какие-то надо. Миш. Голова, плечи, хорошо. Черт, сарани-то нету. Дох, ты тут? Давай, Никита, шкафуй, сумонимся. Время теряем дохуя.
еще раз суманить тебя. Кто из присутствующих тут не относится к первому статику и хочет пойти в Ульду в десятку завтра, напишите мне в ПМ плюсик. Второй статик же был. Ну, второй статик у нас там, мы пойдем на допронос в среду. А завтра твинками сбегать. Так, Мишаня, Артём. Бля, какой это ник из Кирюха? Запакую всех. Срез, ты пойдешь кем-нибудь? Знаешь, это... Ты же говоришь, что я не дамажу. Я, короче, пошел, выдал топ ДПС Пугарейди и нормально сходил. Поэтому это... Типа только варом, у меня больше КД нет. Если безвредный поведет, то я, наверное, туда с ним пойду, потому что я обещал. Не, ну варом это третий этот варом ты в первый же пойдешь, они в среду идут. Ну вот, значит, я тогда с ним пойду варом. У меня других этих одетых нет. А Дисленхам, ты же в 25-ку ходил, не в десятку. Да я и в десятку, сегодня утром сходил. Давайте сумонимся. Дох, ты там долго еще? Срез. Я попросил уже сумон. А, сумон. Дайте сесть по сумону. Среза, дуга, сумоним. Просыпаемся. Грудя, ты тут? Не сумонят. Я вот. Кого еще сумо надо, плюсик в рейд поставьте. Я пришел сумо, Артем? Да, да. Эфорина, тут все тут, все, поехали. На пулы в среду. Где там у нас модель? Погнали. Второго, Егор, выключай. А где остальные локи? Лок не нужен, тут нужен паладин, который скинет, блядь, покаяние. Разворачивайте всех, кливайте это габ. Не, в принципе, где наши локи? Без понятия, у них там серьезные дела, блядь. Классика, хуясика, блядь. Напуливайте, напуливайте. Я не вижу маленьких хитростей. Да. Сейчас увидим. Ну вот прям секунды расставались. Да чего, чтоб я распознал пиздёж? Ну, мне это не подтвердить уже. Хотя можно по этому посмотреть. Есть я смотрю, баф. Вот сейчас вижу КДО всех. А агонист куда делся? Да я здесь. А. Просто место. А, нет, вот. Есть, вижу, что-то я слепой. Поврежденка. Серьезно.
Так, сейчас я пати перекидаю чуть-чуть. Так, в комнату идет третья пати полностью. С четвертой пати идет туда срез. А Ладомир, малыш Бестыж. А литература и Фарин остаются тут. 8 человек идете в комнату. Вы это, надеюсь, в одного чувачка будете играть, а не в два. А то что-то я так посмотрел, что у два чувака больше геморроя, чем профита. Не понял. Ну, в смысле, МК будет на одного чувака или на двух? Как вы играете, собираетесь? Я не знаю, наверное, в одного сделаем. Ну, да, я что-то хотел предложить в одного. Лёша, возьмешь одного в контроль, будешь держать его весь бой. Окей, окей. Давайте это... Все поняли, кто в комнату идет? Каски обновите, пожалуйста, сюда каски 5 минут. Волшебник Лоя, какой молодец, Асмодей, Смекалка, Ладомир, Срез и Малыш Бестыш. 8 человек идут в комнату, кого не знал. Эфарина, литературе, первая, вторая и пятая пати остаются тут. Срезы забафать, каски нет. Ну все, есть, есть. Саура и Паладина, разберитесь там, коня уберите нахуй. Чек на пул даю. Зайдите, алло. Даша, заходите все. Они закроются, когда мобов убьют, так что это не критично. Так, здесь у нас в комнате получается остается Войд, все на пулы Войда, туда в комнату идет Срез. Поехали. Все хилы РДД, когда он спрыгнет вниз. Становитесь каждый друг в друга по два человека. Рейндж набрали и по два стали. Милики точно так же. Под ногами рассосемся вокруг него. Танки на максимальной рейндже его держат от себя. И мы, соответственно, то же самое стоим под три человека в ногах. Там, понятное дело, что кто-то сдохнет из миликов, но ничего ДД добьет. Дерево в центр встань, тут стой, будем двигаться. Леша, точно так же, прямо вот в центре здесь, стоишь, на углу МК стоит. Взял. Срез рули там в комнате. Да-да-да. Пробудителя играем все. Прислужить. Док на ХП обновит. Леша, бери его и держи его до конца боя. Пошли налево. Налево. Когда-нибудь поймет, какого моба не надо бить, блядь, сразу в него вливаться, блядь. В комнате там внимательно, смотрите, лево-право перебегайте, слушайте срезу. Подводим этого бьем. Грэм прист. Понимаю. Что у вас там, блядь, не получается? Не можете а перебежать налево либо направо? Да не, меня моб бил, никто с меня агр не снимал. Ну, у меня оглушение. Этот, прожмись, блин. Ну, не надо влетать, нахуй, блядь. Да я никуда не влетал. Нет, там мобы просто... Нет, они бегали по всей комнате туда-сюда. Остановились на друле. А вот этот как умер. Молодец. А, понял. Вы в мобов играете сначала, а не в большого дядю. Я большого спулил, чтобы, блин, он не... Кливайте все это дерьмо, блядь. А потом будете большого бить. Теперь большого.
Да хуйня, конечно, полная, блядь. 2 РДД отъехало, блядь. Это пиздец. 3, блядь. Артём, шо у тебя вот там это... нахуй не выходит? Мы тут неправильно делают. Там надо его держать у двери и развернуть спиной крейт. В чем проблема? А, то есть ты под ебалом стоишь РДДшником, блядь, или что? В этом проблема. Он же сделал чардж и потом взял и начал кастовать свою шляпу. Просто за спину зашел и все. Пробудителя. Даже я танком не получил урона. А ты стоишь в мелизоне, да, магом, блядь, и думаешь, все заебись, да? Он сделал чардж в РДДшниках. Я вам говорю, вот это на следующем КД будет у каждого сотка, нахуй. Охуеете просто потом за шмотом сюда ходить. Меня эта катание ваты заебало. Никто не хочет учиться, блядь, ничему, блядь. Ну, значит, будете ходить за УД, блядь, сюда. Люди, которые шарят, будут одеваться. Это что было сейчас? Кусок, блядь. Так, это вайпаемся. У нас вся комната обновилась, ребят. Что за прикол? Первый раз такое вижу. Подходите к столбу. Подошли под столб все. Столб, да, ну конечно, я понял этот. В правую стенку тогда надо будет выжиматься, ребят. Давайте, умираем. Эпарина, тоже в комнату пойдешь по домашкам, хорошо? У нас вот только Леша останется, в 9 человек пойдете туда. Можно вообще вот так сделать сейчас. Да, мы так и делаем. Третья, четвертая в полном составе идут в комнату. Первая, вторая, пятая остаются тут. Агонисты нам, да? Да. Ну ладно. Да, можно было бы магов остаться, в принципе, в центре. Смотрите, если вам комфортно, почему бы и нет. У нас никаких проблем нет, у нас миллион клива, блядь. Два ретрика ебаша, ДКшник, фура. Подходим сюда, джив стоит, кому надо починили, с рыбы ставим, кушаем. Так, я рыбу поставил. Кирилл, дай сопрот, пожалуйста. Проверяйте бафы. Все на месте. Да, миллик, я вам тоже советую, если не хотите сдохнуть, сопротики припейте, блядь. Че, давайте, Арчи, погнали. Все, бля, готовы поехать. Ампулы Вайда. Дерни его. Дерни! Идите сразу открывать. Давай, кто в комнату идет, клацайте. Внимательно, глаза разуйте, по мобам не въезжайте. Видите, если танка сбивает с ног, это значит, что бить, блядь, нахуй не надо.
Времени там дохуя. Пускай он собирает. Напуливайте по КД там. Смекал. Это такой молодец. Не агрится. Кастует кого. Ну, значит, киньте в него сало, блядь. Мало кому сало кинуть. Два мага, два ханта, блядь. Они в овцу превращаются спокойно. Ага, низ еще у вас там есть. У меня нет сала. В овцу превращаются. Мой-мой, не пиздите. Стоим в центре, молнию не лутаем, все. Одного ну, держи до конца боя, всех остальных пиздим. Так, все, пошли, 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 пошли. Идем правая сторона. Сейчас аккуратно, если что, под... На левую сторону перешли. Полево, полево, полево. Все, забрал его. Вы встаете в... В правую стену уперлись. Во, правильно. Забафали Максима, быстро. По присту каска, лапа, пристабаф, вся хуйня. Крик на хп сразу. Мы уже почти закончили. Уберите, первого. Блядь, это пета ебаного. Так, сейчас сразу едем по этим двум, которые за дверью. Подхильте моего чувака, если можно. Starfall, что ли? Сова, блин. Пробудителя, заливаем, заливаем. Поехали дальше. Сейчас маленького заливаем, потом большого. Чтобы станов не было и казусов. Нормально, Лёх, ты? Пробудителя. Молодцы. В стену уперлись. Задискольте мобактор убили. Еще раз. Физурон снижает. Те, кто в комнате, сейчас после двери по центру набежите. Все стенку облизываем. Сбоку под стенкой идем. По правой стенке. 20% у нас. Держитесь там. Справа. Ого, по тоже стенке. Задискольте. Все под стенкой, под стенкой. Какой долбоёб дал бомжей, скажите мне честно. А? Сейчас прыгнет. Давайте. Доливаем. Давай, давай, давай. Рэнджу уже набрали, РДД хилы. Быстро. Ставил цен. Ровно в центр. Хилы РДД, РНЖ набрали. Моба обнови МК, быстро. Так, где стоят танки у нас? А, вот вижу все. Моба, быстрей! Уже, уже, уже. Уже, уже, двоих нахуй срезало. Поднимай Егора. ДК не трогайте пока. По два встаньте. По два. РДД, хилы, РНЖ. РДД и... Егора поднимите, блядь! Кому? Телдрина. Сука, кому, блядь, получ... Телдрина, блядь, кому нахуй? Да все, все, хую моему. Мне на 3Б раскинут, ты пипец. Thank you.
Инга, что-то ты близко подошла. Ставлю тотем. Мобазу берите. Быстрее, быстрее, быстрее. Это должно быть, сука, в 0-1, нахуй. Да как 0-1, блядь, ну как же есть. Вот так. Ну вот что это такое Быстро было? Быстро войда. А как сложила, нахуй? Кто там возле вас, нахуй, стоял, блядь? Цепнув, а потом дестабилизирующий в меня отдали. Я так понял, что... Срезно, подремители войда. У кого БР есть? Ну быстрее, блядь, раздуплитесь! Ебаные друиды, блядь! Так, всё. Так ты носи, кому БР давать, ёбаный. Да всё, всё. У меня, блядь, не показывает нихуя, блядь. Это говорит, у меня нахуй на КД на собрании, когда мы были. Я вижу, у меня не пишет у него на КД, блядь. Вася, я вижу, что поднимал кого-то. Всё, блядь. Всё, рэндж нахуй больше. Наберите. Станьте рэнджой, блядь. Женёк, справа стал, максимально справа, блядь. Вот так. Я в душе не ебу, как эти грачей нахуй зовут. Я знаю, что Вася, блядь, всё. Кто такой нахуй этот малыш бесстыж, блядь? Обосранец этот кто, блядь? Да все, все. Успокойся. Они уже все потратили БР. В прошлый раз, блядь, убили в одного танка, нахуй. Сейчас вдвоем какого-то хуя сложило. Все, вайп упали, нахуй. А сейчас там обоих сразу. Там рейнджи просто. Это. Зачем кто-то с миликов там нахуй стоял, блядь? Надо метки поставить, ну, чтобы между метками рейнджа была. Сейчас рейнджи не было между миликами и танками. Вот как не было, я смотрел за рейнджой, все нормально. 34 тысячи цепуха, это значит не было. У тебя вой сложило, что тебе два удара. Что непонятно в фразе, РДДшники стоят по два, блядь. Сложило воида, ему за секунду ебало 3 тычки по 8 тысяч. Это, блядь, когда а до этого, моба, он а за полторы секунды и... до этого 34 тысячи цепуха. Это значит рейнджи не было между миликами и танками. Поставь метки, я... срез. Я хоть на эти ебаные моба, они так руинят, нахуй, я отвечаю его. Да нет, я говорю, эти ебаные мобы, которые вы контролите, они только руинят. Он один, блядь, какие мобы, блядь? Не-не, один моб нормально, должен быть один моб. Просто нужно, чтобы этот присты там как-то друг перед другом взяли. Один как бы, у нас, один какие сказал... присты? Один. В смысле, агонист есть или литературе? Где литература? У нас один контроль, блядь. Мы берем моба одного. Но ну и что? Литературе говорит, у меня скоро спадет контроль. А агонист такой, все, я уже держу прям вот на нем, блядь, этот фокус его взял. Это, а сейчас проблема прям сразу, Леша, сразу его взять в карту. Да хрен его знает, в чем проблема. Сейчас двух танков сложило из-за этой проблемы. Так ты кастануть не сможешь, все равно моб будет дружественный. У тебя затратится ровно столько же времени, сколько у того, кто держит в МК. Он не сможет обновить МК, блядь, пока он нахуй свой, блядь. Ну там каст 2.6, почти 3 секунды, блядь. Ну, можно, меня... чтобы агонист стоял в одной части подальше там, и как бы моб подошел к агонистику там, блядь, аккуратнее. Короче, встаньте нахуй. Да как метки нахуй ставить? У меня, блядь, хуйня, блядь, багается. Кто может поставить? Да, метки, я ассиста. Кому? Войду. Так, мне нужно 5 минут. Сейчас приду, короче. Пока метки выставим. У меня эта хуйня не ставится, не знаю почему. Не, я им кашу по КД его, как бы, блядь. Ну, просто есть моменты, там, мне сбивает каст, ему сбивает, блядь. В звезде два танка, а... В кружке и в ромбике по два или по три. Ставь по кругу метки, чтоб люди понимали, нахуй, еще, блядь. Чтоб они там стоят по два, блядь. Они по одному, нахуй, в шашках, нахуй, стоят. И потом цепуха срезает пол рейда, нахуй. Ты имеешь в виду еще для РДД, что ли, ставить? Да. Я не вижу в ДБМе, это разряд молнии, который цепуха. Рейндж ее узнать. Какой рейндж должен 12. быть? 12. 12, все, понял.
Я не знаю, я раньше прописываю, а он мне не прописывается. Это что, типа ДБМ типа хуево работает? Ну, тоже не дает эту, как его, радар там или еще что-нибудь. Не, вообще не появляется раньше, ну, прописываешь какое? Да-да, не появляется. Ну, с ДБМ охуел. Ну, а глазомер нахуя? Крест, трусы, череп, квадрат, полумесяц. В этих метках стоят хилы и РДД по два человека. Не в шашку нахуй, а по два. Там за танками стоит Ладомир и Лёша, который держит МК. Лёша, когда у тебя скидывается МК, моба уводишь туда в решетку нахуй, а сам стоишь рядом с ним там где-нибудь в тех краях. Хорошо. Обновляешь МК, чтобы тогда, когда он слетел, МК, оно на боссе не было этого бафа. Потом ты его взял опять и подвел опять к рейду, чтобы он был на всем рейде. Это около креста, правильно? Решетка. Нет, с той стороны, за крестом, с той стороны ворот стоишь. От полумесяца туда, ближе к стене. Поднимайте все сюда, ешьте рыбу. Ты что, одну минуту отойду? Срезан, нет, Степана? Сейчас подойду. На прошлом КД разъебали его нахуй, блядь, вообще в одного танка, блядь. Кирилл, определись с БРом, чтобы не было нахуй казусов никаких, нахуй. Непонятно, что тебя не бомбило, ебать. Ну, БРов у нас всего три. СС всего один. А с модей надо, чтобы если что, СС дал по срезу. СС висит на войде. Хорошо. Просто очередность БРов определить. Команду штука БР, ебать. Кто первый должен дать, тот первый, потом второй, третий и так далее. И все нахуй. Раз, так, по меткам, блять. Ромбик будет ставить артстайл, Телдрин, мораль. Бля, ну смели как дохуя, шо их расставлять нахуй? Расставляй в крестообразном порядке, типа танк, например, лицо, естественно. Одна там, два милика с левой ноги. Понимаешь, что должен ставить максимум, блять, три, максимум три. Будет четвертый, ну, его ебанет четвертого, блять. Ну, три, то есть максимальный рейнджу, там нормальный рейнджа, можно дальше ну, отходить. Ну, рейнджа, я тебе говорю о том, что у нас танки, милики, Женек раз, Дох два, я три, второй рога четыре, мораль пять, еще ДК шесть. Уже все, блядь, уже хватает, нахуй. Ну, остальные под стену. У нас есть Егор, у нас артстайл. Остальные под стену, три... Они все равно сдохнут, блядь, и все. Милики. Нет, за спину, типа крестом стоять. Там рейнджа нормально, если дальше отходить. Ты слышишь, нет? Ну. Каким нахуй крестом бы? Не хватает там, только треугольник. Там нельзя ставить, там только треугольником можно ставить, все. Ты 12 вокруг него в круг не станешь крестом. Ну вот только что когда упали, я смотрел, типа танк ну, стоит, получается, лицом же. Типа великая по прям возле ноги, сбоку ноги прям. А ты не обратил внимание, что в этот момент два милика уже дохлые были, не? Ну. ДКшник и Егор. Ты ставь 6, наверное, топовых миликов, а остальных, которые поменьше по ДПСу, в стену пускай стоят, там ждут. Если сдохнет кто-то, они подбегут и заменят миликов. Егор, артстайл, дох. Стоят в рамбе. Женек. Мораль и я стоим в печеньке. Миега и вот этот хуйник, прочитаешь, ДКшник. Хус. Стоите под стенкой, ждете к своей команды, блядь, когда вам можно будет начать бить. Просто стоите, чилите. Я в районе полумесяца, да, тусуюсь? За ним. Ближе к стене. Да, 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 к стене и моба. Моба отводишь прям под себя, туда в стену моба. Угу. Обновляешь на нем МК и возвращаешься обратно. Только это надо все делать очень быстро. Ну, Кирюха, блядь, как каст.
Венеса, по возможности, когда у него будет слетать МК, Леша, говори, что сейчас там 3 секунды МК закончится. И по литературе щит закидывайте, чтобы ему ничего каст не сбило, чтобы он обновил сразу резко. Все, давай, я ночь не буду. Стресс, пока АФК ждем его. Био тоже сбегай быстро. Напиши макрос, слэш С, завоеватель, какой там, из клана чего? Просто завоеватель напиши, он будет его автоматом выбирать. И на следующей строчке слэш каст и контроль над разумом. И он у тебя будет... Да, у меня все нормально, я его как бы не проебываю в таргет. Ну ты типа вообще будешь нажимать просто один-один спамить, и он тебя будет сразу кастовать. Это макроса для лохов. Ой-ой-ой-ой, что я слышу? Слушай, это ты что ли сказал? На хантака на это. Это говорит чувак, у которого заходишь в макросы и заебываешься искать макрос, блядь, нужный. У него все там забинжено, блядь. Че, все? Я тут. Нет. Давай это Кирилла ждем. А, этот ДБМ не прожал, да? Сколько эфиров? Нет. А его не было. В какой метке танк? В печеньке? Звезде. А, ок. Но это мне больше нравится, чем печеньки. Почему? Не знаю. Цвет красивый. Ну да. Просто в печеньке в прошлый раз не получилось что-то. Не фартануло. Печенька равно сосокает. Девчонка соображает. Ну а как мы вчера убили, я не понимаю. Да легко и непринужденно. Чего вы вчера убили? Ну, смотрим, с третьего трека мы пошли. 25-ку? Да. Со второго утра убили. С третьего. Второй. Мы второе быстро просто слились, там в комнате не получилось. Блять, просто из Сиренжи не нарушать не будет ваншотов. Конечно, так и было. У нас все стояли по двое. Разошлись просто. 1-2, 1-2. Есть проверка дистанции, которая автоматически ДМ выдает. Если все стоять по 2 будут, никого не шотнет вообще ни разу. Срез пришел? Ну, еще да. Раньше 15, можете РТДшники убить себе, чтобы потом на... Тот фазы, когда Торим будет, чтобы ориентировались. Не услышал, пришел, не? Да. Да, он пришел. Че там, тотем? Смекалка стоит, тут? Но... Срез, ты с Вайдом стоишь в звезде. Я уже спросил, все равно. Пацаны раскидали мне. Все, все были готовы, пуляй. Погнали. Шаманы, не забудьте тотем. Спасибо. Моба заберите, одного в рейде гуляет. Бегите, запускайте уже. Сейчас будет. Кто в комнату идет, идите уже.
заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите, вы... В комнате также внимательно, лишнее там не вздыхайте, блядь. Но вы... Что это? Троих, кто назначали, не забывайте, кто там в каких метках стоит. Артстайл и Егор дох в рамбе. Я, Мораль, Женек в печеньче. Те, кто чилит, пока кто-то не умер. Те, кто чилят, то там вот под стенкой где-нибудь, где меньше всего людей. Ну а если кто-то умрет, можно подойти? Налево. Если кто-то из миликов умрет, тогда можно. Ну, да. Хорошо. Я скажу. Направо перебегите, а то он сейчас выстрелит. Пробудитель сала воткните быстро, из пробудителя играем. Сразу в уголок. Не спать, не спать. Пробудителя. Контроль. Этого убиваем. Я буду отводить. Во всякий случай. Уводи, уводи. И когда босса бьем, точно так же увел. Пока он возвращается обратно к кому-то бегит, он у него уже МК въебал. Играем, блять, их всем сало воткните в круг. В стену уперемся. В кучу сводим. %25 сейчас добьем. По стеночке. Пробудите. Пиздец. Не спальте их прям сразу. Они отхиливаются, стоят. Читок. Набрали ранжу сразу. По меткам, кого куда ставить. Моба, запиздите этого. Забери. Моба, убейте. Поставьте босса ровно. Женек, в метку. Так, чуть-чуть от литературы отойдем. Вот сместись ко мне. На всякий. Сейчас буду отводить, отвожу.
вас идеально. Моба, захильте. У Лешиного моба 50 тысяч хп, захильте его. Можно тотем на ману? Ой, блядь, этот гимн на ману. Сейчас дам. Почему не забрать? Даю. Это баг визуальный. Отвожу моба. Ну сейчас тебя бьет. А, ок, ладно. Забирай. БР среза, суф. Сразу забафали его. Быстро, быстро, быстро. Фулл баф. Крик на хп, стамина, лапа, вся хуйня. На тебе СС есть, воин? Сейчас я поймаю, дебаф, ты сразу. Ой, забирай. Срез. Проснитесь, блядь. СС давай, есть? Нет. Ой, СС есть, я не слышу. Нету, нет. Готов. Слава, дай ему этот, Никит. Увожу моба. Давай, сейчас перехватишь. Давай, забирай. Ты в меня рывок можешь делать, одну атаку забирать. Все, забирай. Давай, забирай. Владимир, мана. Владимир, быстро иннервейт. Гимн на ману, иннервейт, быстро. Так, сейчас, лови. Бля, увожу моба на всякий случай, бля. Держай. Увожу нахуй. Сколько осталось? Два раза. Вот и все. ГЦ, блядь. Просто стоять тренджой, блядь. В чем нахуй сложность? Я нихуя не понимаю, блядь. Дайте гипс по бису. Отставим на первом. Ну, если чисто по боссу, блядь, и у меня нету чисто по боссу, не могу посмотреть. Блядь, сколько раз отдергивали, блядь, стрёмно подходить, нахуй, к этой цепочке. Ой, бля, кто второй? Че у нас, кто остался? О. Я на третьем. Везок. И йог. Ну мне комбо. Боешься. Ля, головы все на декорации. Я представляю, сколько она стоит. И ноги. Не дохуя себе шапка. А надо. Я думаю, эти штаны стоят очень дохуя, блядь. Смотри, головы все на декорации. Повер дохуя. Сейчас вы там, у меня там еще сапоги, блядь, висят, чтоб ты понимал, уже цена 18к эти, которые с ока, ты понял? Мы их, блядь, по 40 продавали до этого. Так, две головы. Блядь, ну я, наверное, не буду мейнить, блядь. Посмотрим. Так. Смотрим по приоритету, блядь. Что ты делаешь в горах? Долгонят! Даруй мне силу! Надели моих смертей! Что такое-то хуйня пишет, а не приоритет, блядь? Как у меня может быть нахуй приоритет 38, блядь?
Ладно, давайте не так. Кому там нахуй надо? Лоя, сколько кусков? Два. Кто спойлил? Вася, сколько кусков? Два. Мораль, сколько кусков? Два. Женек тоже два. А Арвен? Аверн? Волшебник, сколько кусков? Ноль. Понял. А зачем четыре сагрили? Хотят умереть. Хотят умереть, блядь. Пока. Лоя, у тебя два? У тебя два, да? Да. Так, Лоя... Блядь, а чё это за хуйня с приоритетом? Причём первых тех, которые танчат сердце. Васёк, у тебя тоже три, да, куска? Два. Ой, два, два. Будет третий, да? Будет. Так, я один отдаю. Отдаю один Васе кусок. Так, а второй... Надо смотреть. Я бы голову свою поменял. Так, у нас те, кто мейнит. Я. Волшебник, мораль и Женек. Если из ДК, то лучше уже Женьку. Там РПБ дает. Голова. Играем другого моба, сейчас сдохнет он. Так, у волшебника нали. Ладно, я тогда я не знаю, или себе заберу, или Женьку отдам. Да Женьку там РПБ нормально дает. По кресту. А если у него еще 4 будет куска, ну, больше будет давать ДПС, Женек. Ладно, Женек, держи. Отдалось тебе, нет? Не хочет. Сейчас я закрою заново раздам. Нажимай на мой инспек, я тебе отдам. Ну и по приоритету, типа, либо я, либо Женек. Дам Женек. Да, у нас, кстати, две шмотки дорогие упали, даже три. И грудак, в принципе, этот кожаный не дешевый. Щит тоже не дешевый, штаны тоже бабок стоят. Я думаю, эти штаны можно будет загнать сейчас, блядь, за интересную цифру. Но я вижу на аукционе, типа, последнее, что я видел, их 36к. Но если они за 30-ку уйдут, это вообще кайф. Надо Женьку морали 4 куски дособирать. Никите обязательно на 4 куска собрать. Васёк, у тебя тоже 4 куска на аэродру, блядь, будет хилить очень здорово, да? Ну да. У меня, я говорю, плечо, либо перч. Ну, осталось. Плечи. Да, потому что там уже... Срез, забери их. Че, убило, что ли, это, блядь, называется гильда, блядь, вайп на трэше получается, блядь. Давайте, залетайте быстрее, надо бить их нахуй, чтобы второй раз не бить с нуля. Их и не надо вообще было бить. Изначально. А как Квезаксу пройти? Ну, Квезаксу я танчил, уже убили Квезаксу. Это пацаны решили в Мимирона еще раз сходить. Тогда вопросов нету, блядь. Понял, понял. Лучше катите, тащитесь за спину им. Да просто идите его умрите. Просто возьмите, кто сам 100 тысяч сил добить надо. Просто за спину вставайте. Давайте уже добьем, там хуйня осталась, блядь. Замедление и за спиной главное стойте, моба. Угу, 27, спасибо, блядь. Блять, как мне это нравится, нахуй, от, сука, ебаного трэша висит комбат. Что за пидоросня, блять, понастраивали они, нахуй, блять. Этот, у тебя яды не спали, короче, и просто взади выйди еще раз. Все, слетел уже комбат, я понимаю, что его запиздили. Надо бить. Уходом в тенью он задизморалился, короче, и стоит, тупит.
обиделся на тебя, ты чё, блин? Получается, обиделся и ушел, блядь. Тупо 5 секунд стоял, тупил. Так, шо мы сейчас сюда, блядь? Везокса нахуй в хэме, помучаем, блядь, потом бьем в Изи и пойдем дрочить Балебу, блядь? Или сразу бьем его в Изи и попробуем йога помучить? Сразу в Изи. Сразу в Изи, не надо думать. Давайте, блядь, сейчас это еще двухчасовой трэш, нахуй, блядь, ждет впереди, блядь, самое интересное, блядь. Думаешь? Собираемся все тут, ставьте рыбку. Да тут трэш, блядь, веселее, чем босс, нахуй. Мне это вообще нравится, блядь. Мне еще в танке остаться, да? Ну на трэш надо. Видимо. Контроль не помешает. То я уже превращался в фуру. К шерстью обрасту. Вот, кстати, проебался, блядь, и никто нахуй не сказал, что я по 50 ЕП никому не дал, блядь, за приход, блядь. Ну, молодец. Там по сотке. В литературе минус 50. Тебе, блядь, за вчерашнюю льду надо минус 500, нахуй, въебать, нахуй, за каждый трамп, блядь. Наоборот, плюс 500. Ага. К чему? К карме, нахуй, блядь? К ЕП. Сейчас по полтосику всем дам, блядь.